Нет медикаментов, нету зеленки! Нигде! Ни бинтов, ни ваты! Кто мне залечит рану? Только я себе ее залечу! Ну что, здравствуйте, мои дорогие розовощёки и зрители. Хочется записать красивое видео, там, со всякими приколюхами и все остальное, но получается, как получается. Да как ты смеешь говорить про меня такое? Ты понимаешь, что ты не можешь даже сделать видео, как я? Ты хоть понимаешь, что у меня больше роликов, чем у тебя? Я в ярости от тебя. Игнорируй мои ролики, но знай, что ты не обзорщик. Ты просто видеосос. Как все происходит на самом деле с героином. Кто-то там романтизирует вот эту вот всю, короче, шабулду. Шабулду, блядь. Так вот, в плане там пишут типа комментарии, что ну а как она на самом деле вот эта вот шляпа прет там туда-сюда. Ну да, типа безмятежность, да, ты расслабленный, тебе... Да на все насрать на самом деле. Там хоть в жопу ебите. Вот так вот. Настолько вот тебе типа приятно, да, и никто не может вот конкретно там объяснить, да, там вот эту теплоту, да, когда ты только, короче, шпёхнулся, ну, вот это состояние, когда ты провисаешь, вот эту безмятежность и все остальное, но это все проходит очень быстро. Колясик, успокойся. Это какие-то буквально разы, на самом деле. Ну, ладно, там, пускай несколько месяцев, там, первые, да, там, может быть, полгода, да, ты там покайфуешь как-то, потому что ты еще не разогнался, не нагнал, короче, вот. Не накидал этого угля в топку, да, чтобы разогнать вот свой поезд. А когда ты его разгонишь, все, а там уже, короче, погнали чисто в будни. И ничего другого ты видеть не будешь, а будешь иметь только одну конкретную цель вперед, а там, типа... С флагом, да, с этим барабаном, короче, гнать на ветрах. И все, больше ничего. И оно превращается просто в серую массу дней, вот скомканных, реально, да, в которых нет, по сути, ничего. Потому что они настолько пустые, что ты постоянно ищешь, потому что, ну, этого много не бывает. Не знаю, там, у кого там много было, ну, на самом деле, но оно в любом случае куда-то девается, расходится, да, там, продается и все остальное, а когда его много, естественно, там, дозняки повышаются, там, люди пятаками там делают, короче, за раз, до того доходит, да, и вот эта вот суматоха, тупо, короче, найти, употребить. Ладно, найти само вещество, найти бабок, найти вещество, употребить. Бабки, вещество, употребить. И вот ты вот так вот, да, в этом дерьме. Ну так что, ладно. Был, значит, знакомый, он сам узбек. Ну, такой небольшой мужичок, а глаза у него такие черные, короче, и злые, ну, вот, реально. А, ну, сам по себе, ну, что бы он тебе мог сделать, да, ну, небольшого роста, там, все остальное телосложение такого. Ну, типа, мало я видал узбеков, да, которые были богатырями. Ну, так вот, тип с этими злыми, значит, глазами, очень хитрые, и хитрые глаза, в общем, у него. Ну, была история, как мы к ним заходили, в общем, курить после этих таблеток гребаных, как они... Баклофен, блин, вот этот гребаный. Приправа бабушкин хуторок. Если ты не пидорок, покупай у бабки хуторок. Когда обожрались, пришли к нему за гречкой, еще, короче, дунули, и там вообще, тип, ну, там чуть реально не отъехал после этого гребаного баклофена. Ну, так вот, встречаемся, значит, мы с этим типом. Он спрашивает, можно ли что-нибудь двинуть, потому что к нему приехал знакомый, там откуда-то тоже, в общем, не русский, но не узбек, в общем. Типа, тип кумарит, а вот этот вот сам небольшой узбек, типа, он травился, но я никогда не видал, чтобы он там прям кумарил жестко там или еще что-то. А вот тот тип, короче, который к нему приехал, он сам по себе не кололся, он именно нюхал. И приехал он сюда типа на работу, то ли там что, непонятно, в общем. Как их там свела судьба, но, видимо, они кореша были. И он искал здесь, потому что он кумарил, а там, где он жил, это было в свободном доступе вообще, там, за какие-то копейки, и где хочешь вообще, в любом доме, то есть, ну, вот он так выражался, то есть, я там могу найти вот прям по щелчку, сколько хочу, и там, даже просто без бабок тупо. А сюда он приехал и столкнулся с такой проблемой, что, ну, типа, нужно отдавать бабос, и нужно еще где-то это находить.
в то время, ну или в тот день, я не знаю, вариантов всегда было, ну, по сути, куча. Ну, то есть, там, одному, другому, третьему позвонить тупо, знаешь, даже если ты не знаешь барыгу, да, там, какого-то, ты всегда знаешь кучу типов, которые могут взять там, да, кучу типов, которые, ну, понятно, что там до хрена кто может кинуть, да, но и кучу типов, которые, ну, типа, тебя не напарят по любас. Но это не точно. Он звонит, значит, мне, типа, можно ли вырубить? Я звоню, значит, по всем местам, где, ну, вот, я прям знал, что прям конкретно-конкретно должно быть, и нихера нигде нет, короче. Тот говорит, все, тип, короче, кумарит, ему прям срочно надо, типа, бабки есть там, все, поехали в любом случае. Я, значит, тогда скарифанился с типом, вот, да, тоже история интересная. Фартовый, что ли, у него погоняло было, или что-то типа того. Тип, короче, отсидел, ну, я не знаю сколько, но синий он был абсолютно весь вообще. Я с ним познакомился на стройке, когда меня родаки просто пинули из дома, ну, они знали, что я употребляю, да, гречку. И им уже это все надоело, типа, не работаю, нихера ничего не делаю. А мне лето тогда было, блин, я не знаю, около 20, что-то такое. Вот я, значит, скарифанился с этим типом. Еще история такая, тупо, работаем, ты такой, слышь, а ты, говорит, не травишься? Я такой, нихера себе, я говорю, слышь, а ты что, говорю, такие вопросы задаешь интересные, ну, типа, ты сам травишься, видимо, тот такой, да, рыбак рыбака, типа, видит издалека, а сам, ну, тип прожженный вообще, ну, просто и весь синий. Знак, точка, восклицательный знак, точка, У него все руки просто вот одна синева, тут церквя, короче, здесь вот персня, тут, короче, эти погоны, там, лампасы, не знаю, что, ну, вообще весь синий, прям конкретно. То есть он там какой-то отрицало был, но я там не в курсе, в общем, этих всяких тем, в общем. Но он травился, и мы с ним несколько раз брали гречку хорошую, притом гречку брали очень хорошую. И я решил, естественно, там, ну, набрать ему тоже и поинтересоваться, что там можно, там, сделать нельзя. В итоге я ему позвонил, он, ну, как обычно, я сейчас пробью. А я, значит, с двумя вот этими нерусскими стою, мы, ну, пробиваем, в общем, они там звонят, я звоню. Значит, перезваниваю этому типу, ну, синему, да. Кто такой, слышь, ну, вот прям конкретного варианта, говорит, ну, сейчас вот у меня нет. Ну, как это, да, бывает, когда хочется ужалиться, и, ну, там, любыми способами тянешь, там, эти бабки, там, этих людей, там, не знаю, лишь бы там не слились, короче. Сейчас как-нибудь, да как-нибудь что-нибудь найдем. Но, говорит, приезжайте, короче, ко мне в 10-й квартал у нас на районе есть такой. И, типа, мы порешаем, в любом случае порешаем. Мы, значит, садимся в таксо. И сразу, ну, типа, нанимали такси, ну, почасовое, потому что хер его знает, сколько там, ну, нужно будет ехать там куда, может, это не в этом квартале. А, ну, конечно же, всем хочется быстрее ужалиться, да? Значит, валим в этот 10-й квартал, встречаемся с этим синим типом, опять все стоят на этих трубках, опять звонят. Этот тип, короче, который приехал к этому узбеку, уже просто там сопли пускает пузырями, я не знаю. Ну, херово человек, ну, вот закумарил, да, вот. Все у него было, а сейчас нихера нет. И, в общем, там какое-то время уже проходит, мы маемся, там вот это вот на лавочках сидим, что-то там ждем, выжидаем, кто-то куда-то отходит там, узнать там, что-то где-то как-то. В общем, приходит этот, короче, тип синий, не забываем, да, и говорит, есть варик, но там вообще через типа. То есть эти узбеки обратились ко мне, я обратился к этому синему типу, тип, короче, обратился еще к типу, ну вот этот синий. А тот тип, короче, ну, обратился к типу, который вхож уже к барыге. То есть это 5 человек просто тупо, короче. Там 3 хвоста просто, блядь, на двоих. Ай. Какой 3? 4, ёпта. Вот это вообще, короче, было чё-то. А вариков, ну, конкретно нет. Конкретно нет вариков. А сопли у типа просто, ну вот, надуваются. Вот так вот на лавке. Второй, ну, значит, друг узбека успокаивает. Сейчас, короче, все. Ну, типа, тот такой, блин, быстрее бы, типа, занюхать. Тот такой говорит, ты чё, дурак, какой нюхать? Типа, ну, уколешься и сразу легче станет. Тот такой, да я ни разу не кололся, типа. Я тоже такой смотрю, думаю, ну, нормально. Ну, видимо, там такой достаток был, да, что им, ну, не нужно было этого делать. Но, с другой стороны, героин – это не тот наркотик, который там, ну, просто употребляют назально. Это не тот кайф. То есть, все ради прихода делается, именно внутривенного. Значит, тот его прибалтывает у колодца, заправляем этого типа, сидим, значит, ждем вчетвером. Проходит не так много времени, ну, я не знаю, там, может, полчаса, это все в том же квартале решалось. Все, значит,
идут эти два типа. Мы, значит, радостные, естественно, все, двигаем в падик, ну, думаем, сейчас там будем шпыряться, тип такой, не-не-не, пойдемте, типа, в хату, ну, кроют там туда-сюда, мусора везде, лучше дома сделаемся, а мы такие вообще без проблем. А я не помню, сколько мы брали, то ли целый, то ли полтора, то ли два, что-то такое, ну, короче, ну, на шестерых все равно было, ну, как-то так, не особо, в общем. Заходим в хату, у типа мама дома, там все дела, ну, такая гурьба, значит, мимо зала, мимо мамы, в комнату, значит, этого типуля. Я такой спрашиваю, слышал, а у тебя мать, ну, типа, ничего не говорит? Тот такой, да ладно, что, типа, говорить, она и так все, типа, знает. Ну, значит, все, расчехляем все приборы, значит, делаемся. А, у этого второго нерусского, значит, сопли сразу завернулись обратно. Все, простуда прошла, ему нормально, такой, фух, говорит, наконец-то, блин. А, ну, ждали реально долго, и, ну, вообще, вот этот вот поезд, короче, был на этом такси, ездили, в общем, что-то искали, ждали там. А в итоге, короче, нужен был один вот этот тип, да, который там решил за полчаса. Видимо, ну, в городе была какая-то напряженка на тот момент. Не могу точно вспомнить, ну, лет уже сколько прошло, да, 16. Ну, вот. И, значит, ну, выходим мы от этого типа, все уже, ну, типа, все довольны, а... Я вот помню то состояние, ну, реально, ну, был недогон, вот, ну, где-то в половину, наверное, то есть, ну, как, ну, так подраскумарило, в общем, и такой думаю, ну, что это за левая, за такая движуха, я-то, ну, как рассчитывал, что не будет столько хвостов, ну, типа, я там обращусь к кому-то, и тот сразу сходит уже, типа, и будет все норм на эти бабки, а получилось так, что еще плюс два, вот. И такие ситуации, типа, ну, не редкость. Ну, так вот, стоим мы в этом подъезде, значит, а, там еще такая парадная, типа, как в Питере, такой, ну, здоровый холл, и вот эти вот два узбеков встают тут в угол, прям при выходе, в общем, можно сказать, суд, короче. Ну, а в то время, видимо, это было, ну, нормально, потому что, ну, я как бы большого внимания и значения этому не уделил. То есть, ну, могли бы вот люди просто в подъезд зайти там тут же, и вот тут два, короче, узбека, типа, суд. И такие смотрят друг на друга. Ну, все уже, типа, настроение у них получше стало. А помнишь, типа, да, как там мы на войне там стреляли, такие тра-та-та-та-та, типа, там, по-русски. И я такой смотрю на них, думаю, ебать. Тот такой, да, помню, типа, а ты тоже воевал? Тот такой, да, воевал. Я такой думаю, бля, что у вас там за войны за такие были, вы по-русски стреляли? Ну, в общем, не обратил этого, ну, на это внимание, потому что это просто тупо, короче, какой-то понт был. Понт беспонтовый. Не знаю, что они хотели этим показать. Ну, героин, вот он как бы дает тебе ощущение того, что ты всевластный. Вот. Но на самом деле ни хера ты не всевластный, и порой... готов на любые варианты, лишь бы получить вот чуть-чуть, вот это вот маленькое чуть-чуть, даже маленькое чуть-чуть. То есть вот тот тип синий нас, ну, типа, держал, то есть, можно сказать, на приколе, что, ну, чтобы мы никуда не делись, потому что он хотел получить даже вот это вот чуть-чуть. Там эти типы, которые пошли нам брать, они знали, что нас, блядь, четверо человек, и их еще двое, там, шестером, там, на то количество, это просто, ну, чуть-чуть, для них тем более, которые употребляли каждый день. То есть... Я знал, что, ну, типа, это беспонтовая тема, что там, блядь, 6 рыл на вот такое количество, и все равно ты вот это вот делаешь. Вот просто, я говорю, вот эти серые скомканные дни. И не нужно, короче, типа, обольщать себя вот этой романтикой. С понтом будет все ништяк, я там кайфану. Да-да, кайфанешь. Ну, базара нет, кайфанешь. Там вот первые какие-то разы. Я говорю, это даже вот этот вот промежуток полгода, вот который ты там будешь кайфовать, пока ты не залезешь, да, пока ты не накидаешь угля там в свой паровоз и не разгонишь его. Это просто мгновение. Мгновение перед тем ужасом, который тебя ожидает. То есть ты уже не будешь тем человеком, которым ты был до героина. То есть это не тот наркотик, это тебе там не амф, там, не экстази там какой-нибудь. Это не то совершенно. Он меняет вот наглухо, переворачивает просто человека. Он замораживает все внутри, вот все твои чувства, короче. Там любить, да не любить уже все. Там, испытывать радость от того-то, да все уже не испытывать. То есть просто серые скомканные дни. И ты готов вот ради вот этого, ну, реально на, блядь, если не на все, то на очень, и очень, и очень, и очень многое. Так что, ребят, не обольщайтесь, вот такая история, никому не советую. И сколько раз я думал о том, чтобы так вот, типа мимолетом употребить, и каждый раз я вот сталкивался с другой мыслью, она просто вот во мне железобетонно сидит. Я задаю себе сразу вопрос, Коляна, ты готов себя опять потерять? Ну вот на эти долгие годы. И ну реально страшно потерять себя. Так что не романтизируйте вот это дерьмо. Оно да, кайф, но не кайф, вообще не кайф.
То есть то, что будет кайф, это будет вот столько. А не кайф, это будет вот в камеру не влазит. Вот, блядь, вот пиздец сколько. Так что, ребятки...